нам приходится создавать свое «я», определение того, кто я есть. Мы даем определение тому, что есть мир. Разные люди создают различные определения миру и своим личностям. И стоит только начать задавать такие вопросы, как вы почувствуете, будто почва уходит у вас из-под ног. Подвергать вопросам все основы, на которых вы стоите. Это может быть очень пугающим переживанием. В духовных традициях такой процесс называют упадком веры или темной ночью души. Мы называем это экзистенциальным кризисом, кризисом бытия. И когда мы осознаем, насколько произвольный тот способ, которым мы определили свою идентичность и наш мир, порой может нахлынуть паника или сильный испуг. Если доступного психотерапевтического сосуда у вас нет, а вы уже дошли до этой точки, то может прийти чувство отчаяния, бессилия.